Климова Лариса Викторовна, специалист по оздоровлению, врач-терапевт. В компании «Армель» я консультант по производству продуктов для красоты и здоровья. Сегодня мы будем говорить о новом продукте, появившемся в компании. Это напитки для здоровья «Витафит» и «Витаэнерджи». Почему мы говорим о здоровье? Сегодня для большинства, подавляющего большинства разумных людей, здоровье является неоспоримой ценностью, ценностью, самовозрастающей с годами. И, естественно, многие люди понимают, что профилактика каких-то проблем сегодня – это однозначно решение предупреждения тех проблем, которые могут случиться когда-то. Сделать сегодня действия для того, чтобы иметь экономическую выгоду и не тратиться на болезни, безусловно, выгодно. Кроме того, красота, она не только в том, как ты положишь макияж или как ты будешь пахнуть. Это общее состояние здоровья, это то, какой ты внутри, такой ты и снаружи, собственно говоря. Ну и, конечно же, прием сегодня каких-то вещей для здоровья – это и молодость, и активность, и эффективность, и активное долголетие в будущем. Итак, Витафит и Витаэнерджи – это напитки в первую очередь для здоровья. Для вкуса, для утоления жажды – это уже однозначно во вторую очередь. Номер один – это здоровье. Дело в том, что они сделаны на основе натуральных продуктов, и те вещества, которые, натуральные вещества, которые входят в эти напитки, они априори являются дефицитными для большинства людей в современном мире. Это связано и с экологией, и с образом жизни, и с образом питания. Ни для кого не секрет, что сегодня у большинства из нас на столе находится еда, к которой все больше и больше применим термин «пустая еда». Она дает калории, но она не дает ничего необходимого и нужного для обмена, не дает тех кирпичиков для построения именно энергетического потенциала клетки. И именно энергия, выработка клеточной энергии, недостаток выработки этой энергии и лежит в основе всех основных поломок и в клетке, и в органе, и в системе, и в организме в целом. Исходя именно из этих мыслей, были сделаны формулы VitaEnergy и VitaFit. Здесь есть вещества, необходимые для выработки энергии, здесь есть вещества, которые, собственно говоря, помогают этой энергии вырабатываться, и здесь есть вещества, которые априори являются дефицитными в нашем рационе. Итак, какие вещи положены в основу действия нашего продукта? В первую очередь это выработка энергии, сказали. Второй момент – это защита от чрезмерного окисления, от перекисного стресса, есть такой термин. Еще одна важная штука, один механизм, который нарушается зачастую у всех, это нарушение микроциркуляции, нарушение кровообращения. И этот момент мы здесь учли. Ну и еще одна вещь, это, конечно, защита от стресса. Дело в том, что стресс зачастую является пусковым механизмом в развитии неприятностей со здоровьем, когда организм функционирует на грани здоровья-болезнь, и стресс решает, соответственно, все это в нехорошую сторону. Соответственно, наши продукты, они сделаны зачем? Чтобы убрать вот эти неприятные изменения, чтобы дать организму адаптироваться и саморегулироваться так, как заложено у нас природой. Какие преимущества в нашем продукте? Давайте на них посмотрим. Ну, что это такое, во-первых? Во-первых, это порошочек. Что с этим порошочком делают? Его не под язык высыпают, его высыпают в стакан, растворяют в воде, получается жидкая форма. Жидкая форма, безусловно, всегда усваивается активнее и более полнее, чем форма твердая. Или даже гелеобразная. Второй момент. Здесь использован, конечно же, синергизм свойств. То есть те вещества, которые в этих напитках есть, они дополняют друг друга, усиливая действие. И поэтому обязательно нужно понимать, что и один, и второй продукт – это два взаимодополняющих продукта по своим действиям, по своим свойствам. Я уже говорила, что они сделаны на основе натуральных веществ. Более того, мы даже старались сюда не добавлять привычных, ну, скажем так,
маркетинговых или рыночных вещей, да, как антислеживатели, допустим. Поэтому здесь нету никакой химии, и вы даже можете видеть, что если порошочек долго лежит в одном положении, он как бы проседает, цементируется, ничего, пальчиками размяли, он опять приобретает сыпучесть. Это именно потому, что здесь нет антислеживателя, там, допустим, как в кофе кладут. И у этого продукта, и у одного, и второго есть общее действие. И один, и второй направлены на антистресс, на защиту от свободных радикалов, на улучшение кровообращения, защиту сердца и сосудов, на выработку энергии внутриклеточной. Но есть акценты. Вот здесь акцент в сторону действия с сердечно-сосудистой системой, вот здесь акцент в сторону энергии и антистресса. Но, повторюсь еще раз, они дополняют друг друга очень органично. Из чего они сделаны, что в них находится, как это работает? Ну, общий момент. Сделано на экстрактах натуральных соков. Это сок черной смородины, это сок лимона. Соответственно, и аромат, и вкус лимона и черной смородины вы почувствуете, когда будете готовить напитки. И тут, и здесь есть фруктоза. Фруктоза, с одной стороны, дает вкусовые свойства, гармонизирует вкусовые свойства. С другой стороны, это источник энергии для клетки, естественно, если нет нарушения углеводного обмена. Да, то есть, если нарушение углеводного обмена есть, я говорю, там, допустим, о сахарном диабете, тогда уже, извините, это не переносится в клетку в виде энергии. Уже там нужно работать отдельно. Здесь есть инулин, который, собственно, является питательной средой для нормальной микрофлоры. И вот, собственно, это те вещи, которые и объединяют. Да, есть еще одна важная штука. Гормон счастья. Я говорю о серотонине. Он содержится в экстракте облепихи. Экстракт облепихи есть и в одном составе, и в другом составе. Наверное, следует об этом сказать отдельно, потому что ну, очень универсальное действие есть чувство радости и счастья. Да? Говорят, если человек радостен и счастлив, он всегда здоров. Так вот, и серотонин помогает это чувство получить, да, в себе. Более того, он обладает антиоксидантным действием, но еще одна важная штука, он участвует в образовании мелатонина, это вещество, которое регулирует биоритмы. А раз регулируются биоритмы, значит регулируется вся система образования вовремя и в нужном месте веществ в нашем организме. Поэтому серотонин крайне важен. 5 минут смеха и хотя бы 2 пакетика в день, и вопрос решен со стрессом. И хорошее настроение, антистрессовое действие серотонин обеспечивает. А вот дальше уже идут некоторые различия и в составе, и в действии продукта. Мы будем говорить сейчас о Vita Energy. Vita Energy. Ну, название здесь говорит само за себя, energy значит энергия. И вот этот продукт, он как раз-таки и сделан для того, чтобы дать энергию клетке. Хочу обратить внимание, это не чашка кофе с кофеином, когда взрыв энергии и через час ее уже не стало. Здесь как раз-таки помощь клетке в том, чтобы внутриклеточно, в митохондриях выработалась энергия, необходимая для нормального клеточного обмена. Если нужно, для коррекции, если нет, то просто для нормального, адекватного обмена. Дело в том, что хотим мы того, не хотим, но природа заложена так, что выработка энергии с годами снижается. Говорят, что к 30 годам сжигается уже 2/3 жизненной энергии. И оставшуюся жизнь человек, соответственно, живет на вот этой 1/3, на этих 30%. Соответственно, как только эти 30% снижаются до 8, 9, 10, наступает биологическая смерть. Соответственно, чем раньше уменьшение идет, тем раньше наступают болезни старости. Это что? Банальный подъем давления, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, снижение гормональной половой активности как у мужчин, так и у женщин и так далее. Так вот, и задача-то какая? Дать клетке помощь, дать клетке энергию. За счет чего это происходит? В этом составе есть янтарная кислота и есть коэнзим Q10.
Янтарная кислота, как и коэнзим, собственно говоря, это метаболики, то есть это вещества, стимулирующие образование новых веществ в организме. Янтарная кислота является мощным антиоксидантом, кроме того, способствует самоочищению организма, дезинтоксикационным процессам, улучшает кровоснабжение, поднимает иммунитет, стимулирует умственную деятельность. И в чем проблема? Этой янтарной кислоты не хватает при определенных состояниях. Ну, хотим мы того или не хотим. Когда? Не хватает при повышенной физической нагрузке, то есть если вы занимаетесь, хоть немножко занимаетесь физической культурой, я не буду говорить спортом, мы будем говорить все-таки о физической культуре, да, то есть это тот момент, который обязательно нужно учитывать любому человеку, если он хочет быть здоровым, физическая активность и физическая культура. Так вот, если человек занимается какими-то физическими упражнениями, даже ходьбой банальной 3-5 километров в день, янтарная кислота ему необходима дополнительно, потому что из рациона он ее не будет дополучать. Ну, неправильное питание – это когда мы не думаем вообще, что мы кладем себе в рот, и что эти продукты содержат, безусловно, тоже имеет место быть. И стресс. Ну, если мы посмотрим на человека, зная его паспортный возраст, и понимаем, что он выглядит старше того, сколько ему есть, однозначно там точно так же не хватает янтарной кислоты. Соответственно, когда янтарную кислоту или Vita Energy, который янтарную кислоту содержит, нужно добавлять. При физической нагрузке, это мы уже все поняли, один момент. Второй момент – при умственной нагрузке. То есть это, скажем так, и решение логических задач, связанных там, со своей трудовой деятельностью. Это и обучение, особенно если это цикличное обучение. Это и экзаменационный период у старших школьников, у студентов. Стресс. Усталость, сонливость – это те показатели, которые говорят о том, что янтарную кислоту в организм нужно добавить. И, конечно же, янтарная кислота очень необходима спортсменам. В принципе, до 500 мг в сутки им нужно получать в связи с их тренировками. Следующий энергообразующий компонент – это коэнзим Q10. Ну, его еще называют фактором молодости, его называют фактором жизни. Дело в том, что это то вещество, которое, собственно, обеспечивает непосредственную выработку энергии в митохондриях. Есть там такой процесс переноса электронов в дыхательной цепи. И выработка коэнзима с годами опять же снижается. Его не хватает, поэтому, как правило, его необходимо добавлять. Есть фармакологические препараты, которые содержат коэнзим, которые назначаются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. А наш коэнзим находится здесь для того, чтобы обеспечить профилактику его нехватки. Какие положительные действия он оказывает в организме? Он и давление регулирует. Это помимо того, что выработка энергии для нормальных процессов. У него есть антиаритмический эффект. Он стимулирует сократительную деятельность сердца. Он точно так же является еще антиоксидантом. Следующее вещество, которое дает энергию, которое находится в Vita Energy, это коэнзим Q10, убихинон. Фактор молодости, фактор красоты, фактор здоровья, так называют его. Почему-то в современном мире его больше знают, когда идет разговор о косметике и о кремах. А ведь его там используется совсем немного. Основное его действие развивается в клетке, это действие по выработке внутриклеточной энергии. Мало убихинона, нет убихинона, не происходит выработка АТФ в митохондриях. Не выходит эта энергия из митохондрий, чтобы дать клеточным процессам развернуться. Как же убихинон работает, кроме того, что это образование энергии? Это еще и очень мощное антиоксидантное действие. Это защита сердца. Кстати, не только сердца, органы, которые очень зависимы от энергофактора, которые очень зависимы от выработки коэнзима. Это и сердце, это и почки, это и печень, это и поджелудочная железа. Соответственно, не хватает клетки энергии, развиваются проблемы именно в этих направлениях.
Знаете, что есть фармакологические препараты на основе коэнзима Q10. Кудесан называется препарат такой. В нашем продукте, собственно, профилактическая доза для того, чтобы аптечный кудесан потом не приходилось пить. Убихинон регулирует давление, регулирует сердечный ритм, регулирует, улучшает сердечную сократимость. Ну, поэтому он, собственно говоря, фактор молодости, фактор жизни, фактор здоровья. Еще одну важную вещь хочу сказать об убихиноне. Есть в организме такой процесс, называется апоптоз, запрограммированная гибель сломанных клеток. Безусловно, оно регулируется организмом, но когда не хватает коэнзима, вот этот-то процесс как раз-таки и нарушается. Соответственно, при нарушении такого процесса происходит раннее старение, не просто раннее старение, человек плохо выглядит, естественно, он начинает болеть вот теми самыми болезнями старости, о которых я уже говорила. И еще один важный момент – онкология. Ведь именно нарушение процессов апоптоза, нарушение утилизации вот этих сломанных клеток, выведение их из программы жизнедеятельности и обеспечивает развитие онкопроцесса. Контроль, опять же, убихинон. Напоминаю, он есть в нашем напитке Vita Energy. Важное вещество, которое вырабатывается в нашем организме – таурин. Вырабатываться-то оно вырабатывается или должно вырабатываться, или, правильнее сказать, должно вырабатываться в нужном количестве, но, к сожалению, так не наступает. У людей, кто не ест мясо, у вегетарианцев однозначно не хватает таурина. Нарушение метаболизма, пожилой возраст, травмы, хирургические вмешательства и стресс – точно так же уменьшают количество таурина в организме. Соответственно, наступает его дефицит. Насколько он важен в организме, что он делает? С одной стороны, он осморегулятор, то есть он регулирует давление внутри клетки и вне клетки. Соответственно, все мембранные процессы, переход веществ из внеклеточного в внутриклеточное состояние – это один момент. Второй момент – он укрепляет эти мембраны. Третий момент – он улучшает текучесть крови и микроциркуляции, укрепляет сосудистую стенку. Опять же, даже есть фармпрепараты на основе таурина. Они используются при заболеваниях при сахарном диабете, при различных микроциркуляторных заболеваниях, при нарушении кровоснабжения головного мозга. У нас профилактическая доза, та, которую должны мы сами вырабатывать или доставать из еды, чего, к сожалению, не происходит. Кроме того, наверняка вы помните, что в большинстве формул спортивного питания тоже присутствует таурин. Зачем он нужен? Это метаболический препарат, и он участвует в обмене жиров и жирорастворимых витаминов, кстати, тоже. В метаболизме белка. Соответственно, если вы следите за своей фигурой, следите за своим весом, следите за своим здоровьем, таурин тоже здесь крайне необходим. Когда его не хватает, развиваются достаточно много дистрофических процессов. И патология сердца развивается, и нарушается свертываемость крови. Снижается функция лейкоцитов, соответственно, это иммунные реакции. У детей нарушение роста и развития может быть. Если у беременной женщины не хватает таурина, то дети очень часто недоношенные и с нарушением функции мозга. Вот насколько он важен в организме, и в нашей формуле он присутствует, внося, соответственно, свой вклад в метаболические процессы. Что интересного еще здесь есть? Есть такое растение, как куркума, его знают как приправу. Что, чем интересна куркума? С одной стороны, это очень мощный антиоксидант. Один момент. Второй момент – это признанное антибактериальное средство. Ну, если кто не знает, а дома куркума на полочке стоит, скажу, пальчик порезал, куркумой присыпал, никогда не нагноится, и кровь остановится сразу. Вот как она работает. Она улучшает кровоснабжение, у нее есть противовоспалительный эффект, согревающий эффект.
И вместе с имбирем, вот этот согревающий эффект и эффект улучшения микроциркуляции, кровоснабжения, они обеспечивают. Сейчас мы говорили в основном о свойствах Vita Energy, о свойствах выработки энергии, антистрессовой защите, антиоксидантной защите, улучшении микроциркуляции в том числе и даже противовоспалительном действии. Кстати, совсем свежий такой маленький эксперимент у меня получился экспромтом по поводу Vita Energy. На фоне простуды, ну, скажем так, я сейчас вроде как простужена, вроде как с вирусом. Так вот, ну, самочувствие – это один момент. Второй момент – это, соответственно, некоторая заложенность носа, там, проявление со стороны, хочется сказать по-русски, забываю русские слова, со стороны гортани. У меня под рукой стакан чая и Vita Energy. Остается полстакана. Я вижу, что Vita Energy рядышком, насыпаю в стакан с теплым чаем. Не с прохладной водой, как мы рекомендуем, не с водой комнатной температуры, как мы рекомендуем его пить, а именно в стакан с теплым чаем. Так вот, эффект по тому, что раскрылось носовое дыхание, улучшилось дыхание в грудной клетке, наступил буквально через 15 минут. Поэтому не могу сказать, что это неожиданный эффект, он скорее обусловленный составом, но просто об этом мы не думали, когда делали. Но тем не менее, вот такой эффект есть. Сейчас наступают холодные времена, пожалуйста, учитывайте, можно этим пользоваться. Теперь мы перейдем к VitaFit, который очень органично дополняет по своим действиям Vita Energy. Помните, мы сказали, что у них есть вещества и действия похожие. За счет чего? За счет того, что и здесь есть у нас живой серотонин из облепихи, то есть антистрессовое действие. Этот напиток тоже производит, но в нем смещен акцент именно в сторону защиты сердца и сосудов. За счет чего? Здесь находится L-карнитин. Это вещество, которое способствует выработке энергии из жиров организма. Причем выработке без образования вредных свободных радикалов. Для каких органов это нужно? В первую очередь для сердца. Именно сердечная мышца использует такую энергию. Кроме того, все те же печень, почки, поджелудочная железа, то есть органы, обеспечивающие нормальное функционирование организма. По статистике, порядка 70% населения находится в дефиците по L-карнитину. Ну, как понимаете, целый ряд факторов и пищевых, и поведенческих точно так же снижают его выработку в организме. А потребность в связи со стрессами, с физической нагрузкой нарастают. Соответственно, L-карнитин у нас находится в VitaFit «Черная смородина». Что еще здесь есть для сердечной мышцы? Это цитрат магния. Магний – это элемент жизни, называют его точно так же. Порядка 300 ферментативных реакций идут либо с помощью магния, либо с его непосредственным участием. Ну, рекламу по телевизору тоже мы все смотрим, все ее знаем, где препараты магния рекомендуются. Действительно, он очень важен для нормального сокращения любой мышцы, в том числе и сердечной, и сосудистой, ну, конечно же, и мышечной. Нарушение процессов перехода магния через мембрану или его недостаток формируют нарушение сокращения мышц. Вот, чтобы с мембраной было все хорошо, мы пьем Vita Energy, а для того, чтобы магния хватало, мы пьем VitaFit. Когда повышается необходимость в магнии? В первую очередь это физическая нагрузка, во вторую очередь это потеря жидкости, неважно с чем, скажем так, с потом или по-иному, но если жидкости уходит больше, чем обычно, точно магния не будет хватать. И, кстати, одним из признаков недостатка магния является что? Судороги. Второй момент, очень важный. Вроде бы антистрессовое действие мы здесь рассматривали, но магний антистрессовое действие обеспечивает также. За счет чего? Он
снижает повышенную активность именно нервных клеток. Поэтому он входит в антистрессовые формулы. Кроме того, он активирует ферменты, которые отвечают за выработку белка. Да, то есть масса процессов, в которых магний участвует. Метаболизм глюкозы. А глюкоза – это основной энергетический, быстрый энергетический субстрат, который мы добываем из еды. Он нормализует работу желудочно-кишечного тракта, его моторику. Ну, выработку энергии внутриклеточной, хотя мы вроде бы про энергию здесь говорили. Другие механизмы включаются в этом продукте по сравнению с этим. Именно поэтому я говорю о том, что они дополняют друг друга. Кроме названных, здесь есть еще хорошо всем известный корень, да, имбирь называется он. Мы его используем чаще в пищу и не знаем о его великолепных свойствах. Хотя древние об этом знали, и рецепты по сей день вместе с нами, да, имбирный чай в зимнее время что делает? Улучшает не только микроциркуляцию в органах дыхания, но еще и дает дополнительную энергию. Он обеспечивает еще и сжигание жиров. Он стимулирует ферменты пищеварительных соков. Улучшает микроциркуляцию и влияет на свертывание крови. То есть вместе с веществами, которые мы только что называли, вот формируется такой синергизм в действии. Если мы принимаем и один продукт, и другой, мы вроде как с одним и тем же работаем. Да? Ну, собственно говоря, энергия, стресс, защита сердца сосудов, улучшение качества крови. Вроде здесь, вроде и здесь. Но механизмы за счет веществ немножко разные. Немножко по-разному смещены акценты. Здесь в сторону выработки энергии, здесь в сторону защиты сердца. Но получается, что вместе они работают гораздо эффективнее. И встает вопрос, как же их применять? Поскольку их принимать? Ну, давайте договариваться сразу. Это не лекарство. Да? Поэтому это не химия. Поэтому отравления здесь никаких не будет, если принимать не по одному пакетику. Я думаю, что если принять коробку, тоже ничего не будет. Потому что, ну, даже, скажем так, токсическая доза таурина, 15, даже я ошиблась, не токсическая доза, а доза, при которой не наблюдались токсические эффекты, это 15 грамм таурина. А здесь у нас содержится, если я не ошибаюсь, даже подсмотрю сколько, 100 миллиграмм всего. Поэтому передозировать этот продукт нельзя. Это один момент. Второй момент. Конечно же, если мы говорим об обеспечении организма энергией, вроде бы как в первой половинке дня этот продукт пить лучше. Но никто не мешает его пить и во второй половинке дня. Сон от этого нарушаться не будет. Наоборот, будет идти спад того стресса, который набрался за день. Технически, как это происходит, как принимаются эти продукты, я вам покажу. Итак, как же принимаются эти напитки? Все очень просто, все очень привычно. Есть вода комнатной температуры, но можно и чуть теплее, главное не горячую. Открывается пакетик, насыпается порошочек. Лучше, если мы в процессе насыпания уже начнем помешивать. Можно это делать не ложкой, можно это делать вилкой. Знаете, как детское питание раньше размешивали? Можно использовать шейкер или миксер. Но так или иначе, нам нужно добиться равномерного распределения и еще дать полминутки-минутку постоять до полного растворения. Это будет один напиток. Красивый, желтенький. Сразу понятно, что это лимон. Попробуйте, он кисленький, сразу понятно, что это лимон. И второй напиток мы точно так же добавляем. Ну, тут сразу видно, что это черная смородина, да? Видите, поднимается пыль, потому что нет антислеживателей. Да, мелкая часть поднимается. А точно так же мы размешиваем. Сюда образование
опять же, равномерного окрашивания. И точно так же можно дать постоять 30 секунд, 1 минутку. Видите, светлеет. А был он такой более молочный оттенок. Кому эти напитки можно применять? Ну, мы с вами договорились, что это не химия, а что это, в принципе, еда. Да, с особыми свойствами, но, в общем-то, еда – это то, что обогащает ежедневный рацион. Соответственно, по большому счету, запрета нет никакого. Просто, ну, давайте относиться разумно. Сильно нужны детям эти напитки. У детей вроде как еще ничего не поломано в организме, вроде бы как с саморегуляцией у них все хорошо. Но если ребенок его выпьет, ничего страшного не произойдет, он получит положительные эффекты, если нарушены какие-то внутриклеточные процессы. А вот для старших школьников, у кого экзамены, у кого ЕГЭ, я бы даже рекомендовала без проблем, пожалуйста, эти напитки давать. Как их пить, натощак или после еды? Можно пить и натощак, и после еды. Вот что удивительно. Опять же, каких-то особых правил нет. Единственное, что они могут выступать как тест системы состояния вашего желудочно-кишечного тракта. То есть, если у человека на сегодняшний день существует гастрит в стадии обострения, за счет того, что здесь есть естественные кислоты, естественно, человек может это почувствовать. То есть, ну, могут появиться какие-то ощущения, может быть, даже не очень приятные. Ничего страшного, больше воды тогда надо просто запить. Если обычно мы разводим на 100-150 мл, ну, запейте стаканчиком воды, если такие ощущения появились. И, соответственно, обратите внимание на свой желудок или еще какие могут быть ситуации воспаления пищевода. Ну, вследствие разных причин тоже может быть. Если появилось неприятное ощущение в пищеводе, соответственно, там тоже есть воспаление. Значит, извините, это уже не состояние здорового человека, с этим уже надо работать. Задают вопросы, можно ли людям, у которых есть всякие разные болезни. И задают вопрос о чем? О тех болезнях, которые очень сильно помолодели, это болезни старости, это гипертоническая болезнь, это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет. Сейчас один момент скажу, а вы решите, можно или нельзя, допустим, при повышенном давлении. Один из механизмов и основной механизм подъема давления связан с нарушением мембранных процессов, когда клетке не хватает энергии, нарушаются мембранные взаимодействия и, соответственно, помпы, которые качают туда-сюда микроэлементы. Что важно? Натрий, калий, магний, кальций. Так вот, когда энергии не хватает, кальций начинает затягиваться в клетку. Кстати, есть фармпрепараты, блокаторы кальциевых каналов, они так и называются. Так вот, кальций входит в клетку и, соответственно, начинается подъем давления. Так вот, если клетке дать энергию, как вы думаете, что будет происходить? Естественно, не с одного стаканчика, со временем повышая энергопотенциал клетки, в принципе, даже есть шанс, скажем так, отрегулировать в какой-то мере свое давление. Но сразу хочу сказать, это не лечебные препараты, ими не надо лечить гипертоническую болезнь, там еще какие-то вещи. Это препараты для того, чтобы профилактировать их развитие. Но при наличии заболевания, пожалуйста, их можно, ими можно пользоваться и даже можно ожидать улучшения. Сахарный диабет. Отдельная тема. Здесь просто следует знать, что здесь содержится фруктоза. И люди, которые болеют сахарным диабетом, они следят за потреблением углеводов, за потреблением сахаров. Им нужно сказать, обрати внимание, здесь есть фруктоза, поэтому определяй, сколько ты пакетиков будешь пить. Это зависит от того, какие уровни сахаров у него есть и какие препараты он применяет и нужна ли ему коррекция. Вот, пожалуйста, и все. Так что еще раз повторюсь, это не лекарство, это еда. Еда, которая помогает нам быть здоровыми, красивыми, эффективными и долго-долго активными. Поэтому принимайте на здоровье. Получайте удовольствие. Получайте удовольствие и от напитков, и от жизни. Всего вам доброго, здоровья!